Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Ха. Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Поди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневные анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно. Будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Посоветуешь что-то? Куда идти, с чего начать? Ты с ума сошел? Я не собираюсь облегчать тебе работу. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас компания занесет. Вот что. Ищи меня в корчме в Оксенфурте. В алхимии. Договорились. До свидания.